эти выходные нижегородцам придется вспомнить, как доехать до нашей прекрасной нижегородской ярмарки. Уникальное пространство послужило причиной того, что именно наш город принимает выставку «Ван Гог Alive». На стены проецируются картины Ван Гога, и это скорее шоу, чем выставка. Что, в общем-то, тоже причина, чтобы туда сходить. Нижегородская ярмарка, 5-й павильон, до 30 ноября. В кино же выходит одна из самых ожидаемых экранизаций – «Исчезнувшая». Одноименная книга считается бестселлером десятилетия. Учитывая структуру повествования, искренне рекомендую прочесть книгу перед походом в кино. Очевидно, Финчеру пришлось многое изменить, чтобы перенести это на экран. Тот случай, когда все не то, чем кажется, и когда угадать невозможно, и симпатии к героям в момент оборачиваются антипатией. Ну и мой последний аргумент – Бен Аффлек. Известно, что социопаты отличает неспособность сопереживать. Эми потеряла много крови, но кто-то ее вытер. Зачем вытирать кровь, если они нарочно инсценируют убийство? Не знаю, что они нашли, но дело явно плохо. Я наконец поняла, что боюсь своего мужа. Я натаскаю вас, научу, что можно говорить, а что нет. Как попугая? Попугая, который избежит смертной казни. Она сожрет тебя с потрохами. Вы напали на нее? Что, не устраивает? Я ударил ее? Не устраивает! Нет, я даже пальцем ее не тронул. Мы считаем, что Ник причастен к исчезновению нашей дочери. Без трупа и орудия убийства они могут надеяться только на признание. Вы что-нибудь узнали? Ответ, Ник, у вас был счастливый брак. Хочешь знать, убил ли я жену? Мужчина моей мечты. Он может убить меня. А моя правда? Ник. Он может убить меня, по ее словам. Он правда может меня убить. Говорят, верный ответ часто самый простой. А мой опыт говорит о другом.